मोतीर्न किशने परथो शतो वा मिथो विपदेत गृहो व्रतानं आदन्त गोभीर विशतां तमीश्रम पुनः पुनः चोर्वितो चार्वनानं मोतीर्न किशने परथो शतो वा मिथो विपदेत गृहो व्रतानं आदन्त गोभीर विशतां तमीश्रम पुनः पुनः चोर्वितो चार्वनानं गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद टोल्ड Гурджи Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что мы можем обрести мед, который находится в цветах, но с помощью пчел нет никакой другой процедуры, как извлечь мед из цветов, кроме как с помощью пчел. И вот Шрила Прабхупад Гурджи Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад говорит, что мед, он есть в цветах, и может, мы можем обрести его с помощью пчел. И также яд есть в этих же цветах. Но не все знают об этом, и мы должны зависеть от этих пчел, чтобы обрести мед. Мы сами не можем извлечь этот мед из цветов. И таким же образом мы должны... Есть такое насекомое, лотокис называется, они... Эти насекомые собирают яд из цветов. И вот я хочу напомнить вам, Шрила Прабхупад очень часто говорил, что те, кто обычные люди, и те, кто приходят на путь баджана для всех и каждого, Шрила Прабхупад говорит, есть две ситуации, которые могут возникнуть в этом обществе, категорически можно их разделить. Одна — это есть люди, вот, которые в грехометхе и санкиртанаметхе. Если мы будем развивать себя в сторону грехометхи, тогда мы потеряемся в этом материальном мире, и нет сомнения в этом. И поэтому я начал с первой шлоки. Каков путь, чтобы очистить наш разум? Как развить наше сознание? Есть такие слова в Бхагаватам, можно найти. Сати мати, такой благочестивый ум. Ум, целомудренный ум, ум сравнивается с женщиной, и в Бхагавате мы находим, есть как целомудренная женщина, как она живет, как действует, она всегда думает о своем муже всем сердцем, и во всем мире, если мы если будем искать, и если мы найдем хотя бы одно или две по-настоящему целомудренных женщин, и я и то в этом сомневаюсь, что можно их найти. Но с помощью этого целомудрия она может обрести огромную силу, как вот пример описывался женщиной, которая благодаря своему целомудрию она смогла остановить восход солнца. И вот Ямарадж, он уже забрал душу ее мужа, но из-за ее целомудрия он вынужден был вернуть его назад. Или вот Гандхарима, она очень могущественна была, тоже благодаря своему целомудрию. И суть в том, что Шрила Прабхупад, он говорил, что если наш ум также целомудрен, то в этом случае мы обретем некое благо на духовном пути. Если наш ум действует как какая-то распутная женщина, то тогда большая проблема. И поэтому мы должны спросить себя, в каком состоянии мы находимся.
И вот если сати-мати, этот целомудренный благочестивый ум, то тогда у нас будут какие-то особые возможности на пути баджана. Иначе проблема. Если мы развьем такое настроение санкиртаны, санкиртан медха, значит, дух санкиртаны, и каков же признак чистого саду, как понять? Много происходит всяких подражателей, которые пытаются имитировать саду. А как понять, это кто есть настоящий саду, а кто нет? Как обнаружить имя имитаторов? Мы должны быть очень внимательны. Тот, кто в любой ситуации, в любом окружении может говорить о Харикатхе, об абсолютной истине. Если мы обнаруживаем, что Харикатха — это жизнь, как, например, Парамбуддипада Шрилы Кешава Госвами Махараджа или Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа, или Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, и тогда будьте уверены, что он великий саду. Всегда, везде мы должны... Они воспевают подобно пчелам, когда они, эти пчелы кружат вокруг, когда они, точнее, пьют этот мед из цветов, они не шумят никак, а когда эти пчелы летают вокруг цветов, то звук такой специфический возникает. И также наши гурварга, они подобным пчелам, они витают вокруг стоп Шри Чайтаньи Махапрабху и не могут жить без этой харикатхи, без этого нектара. И они всегда воспевают славу Верховного Господа. И другими словами, наш гурварга называется Кришна Кулахол. Если это вот трансцендентная харикатха везде, то это очень благоприятно. Если какие-то материальные звуки, то нет. И вот Шрила Рупа Госвами говорит: «О Господь, сделай так, чтобы я И вот Шрила Рупа Госвами говорит, что я могу жить в каком-то месте в окружении огня, но я не могу жить в окружении каких-то материалистов. Если у нас будет такое же умонастроение, то тогда я уверен, что вы сможете совершать харибаджан, иначе я не смогу вам поверить. Поскольку часто случается, что под именем харибаджана, под именем Варнашрама Дхармы, происходит непонятно что. Махарадж уже говорил, и Шрила Прабхупад говорил, почему я начал с этой шлоки, что эти пчелы, они собирают мед с цветов. И также есть насекомые, которые яд с цветов собирают. И также я хочу сказать, что те, кто находится в форме саду. И вот то есть люди, которые носят одежду саду, но извлекают только яд из цветов и хотят распространить этот яд, подобные вирусы. И сейчас мы очень боимся, как же защитить. Мы должны быть очень осторожны, как защитить чистую Бхагавад Сиддханту. Мы опасаемся этого. Как же защитить чистую Бхагавад Сиддханту, поскольку так много проблем возникает на пути, как защитить себя, и это большой вопрос. И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто развивают санкиртана медху, то в итоге они могут достичь уровня Парамахамсы. Поскольку Харикатха, согласно Расамрита Синду, Харикатха — это часть баджана. Есть 64 вида баджана, и один из них Махапрабху выделил 9 главных составляющих бхакти. И Прахлад Махарадж также говорит, они перечислены Прахлады Бхагавата. И из них Махапрабху выделил
пять таких наиважнейших. Из этого Махапрабху говорит, что наилучшее – это намасанкиртан. И если совершать воспевание святых имен без оскорблений, то можно достичь Галоки. И вот тема Махапрабху, она очень обширна. И также мы должны говорить о состоянии обусловленных душ, чтобы понять свое состояние и положение. И таким образом, смотрите, Санкиртан Медха. Если вот Санкиртан – это часть нашего баджана, но если мы совершаем этот Санкиртан под руководством чистых вайшнавов, таких как Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупад или Бхактивинода Тхакура или Рупа Санатана Госвами. И вот если мы совершаем такой санкиртан под руководством настоящей гурваги, то тогда мы сможем воспевать чистый харинам. И через санкиртан мы сможем очистить наше сердце. И тогда, и только тогда после этого у нас будет возможность совершать чистый харинам. И мы должны, и когда мы хотя бы один раз произнесем чистый харинам, то все наши проблемы, они кончатся. И таким образом мы знаем, что чистый харинам, он может принести нам вечное благо и помочь нам достичь вечного духовного мира и прекратить наши циклы рождения и смерти. Если мы однажды повторим чистое святое имя, то под его влиянием наши тонкие тела не разрушатся, и мы не будем больше рождаться и умирать. И мы обретем служение Кришне. Служить Кришне чистым гуру вайшнавам – это не шутки, не думайте, что это что-то простое. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вообще санкиртан медха возникает в вашей жизни, то это очень хорошо, но на основе саньяса, парамахамсы, брамачари или жизни грехастх, то для них тоже очень хорошо, если они следуют всем правилам и предписаниям, и такие люди, они лучше, чем какие-то лицемерные саньяси. По крайней мере, они не создают никаких проблем. И таким образом я могу сказать, что домохозяева грехастхи, они тоже могут обрести возможность совершать харибаджан чистым образом, если они будут совершать благое общение. Много раз я говорил, что такое благое общение не значит, что вы оставляете какую-то возможность плохого общения. Нет, я не сахаджи. И я не могу позволить такого. Мне не нужны никакие деньги, никакая слава, никакое почтение, уважение. Поэтому я говорю так, ничего не боясь. Что если мы разовьем настроение санкиртана медхи, то тогда мы достигнем успеха. А если наше настроение грехометхи увеличивается, то в этом случае грехометха значит материальное, какие-то материальные представления о жизни. Мы думаем, что если служим городу, какое благо мы получим. Если мы видим какое-то благо, то будем служить, а если нет, то, соответственно, нет. Иногда кто-то хочет занять себя как работника в даме. Есть такая статья в Гауди, дамер маджур.
То есть там описывается, как так получается, что мы не преданные, вот там я просто работники какие-то. Конечно, кому-то может тяжело это слышать, но что делать, то, что я услышал от Гуру Варги, я должен донести до вас. Иногда кто-то хочет служить Гуру Вайшнавам с желанием того, что обрести какое-то благо. И вот они думают, какое благо они обретут, если будут служить Гуру Вайшнавам, если это устраивает, они служат. Или какие-то люди хотят получить пенсию после служения Гуру Вайшнавам. И вот большинство из нас, они совершают служение с надеждой обрести какую-то пенсию. И вот так они служат Гуру Вайшнавам с такой огромной надеждой получить пенсию. И потом, когда получают какие-то блага, то забывают о своем служении. И вот, а если настроение Санкиртана Медхи развивается у нас, то это очень хорошо. Если нет, то это плохо. И вот если мы видим, что наше настроение Санкиртана Медхи уменьшается, то мы должны обнаружить, почему. И вот вопрос к Махараджу пришел о Варнашрама Дхарме. И вот я хочу связать все эти вопросы о Бхадха Дживаху, Варнашрама Дхарме и всем остальном. И в шастрах мы знаем Варнанам Брахмано Гуру. Брахманы могут действовать как гуру в этом обществе, но когда мы можем найти вайшнава, в брахманизме вайшнавах он уже автоматически присутствует, и поэтому в Бхагаватам, в седьмой песне, мы находим такие слова. Что швапачи, те, кто готовы, ели собак раньше, если такой человек благодаря какой-то причине он обрел возможность совершать харибаджан и из-за садусанги, имеется в виду, то они не находятся в Варнашрама Дхарме. Такие швапачи, они не находятся в Варнашрама Дхарме. И вот Кришна Бхагаван говорит, что если эти четураварны и четураашрамы, Варнашрама Дхарма, она очень научна была, через которую мы можем контролировать, регулировать все это общество, которое следует этой Варнашрама Дхарме. И вот вопрос возникает, есть две категории вайшнавов, те, кто находится в этой категории Варнашрама Дхармы, те, кто находились в ней, и еще есть вайшнавы, которые родились вне этой Варнашрама Дхармы, но они совершают харибаджан. Этот термин, он харибаджан, он открыт для всех, и любое живое существо может совершать харибаджан. Неважно, родилось оно в Варнашраме или вне этой системы. И вот в Чайтанья Чаритамрите мы можем найти, что на пути Кришна Бхаджана белые, черные там или желтые, или еще какие-то люди, это все неприменимо, поскольку на пути Кришна Бхаджана один фактор применим. Совершаем ли мы бхаджаны под руководством чистой Гуру Вайшнавов или нет? В этом главный вопрос. И вот много раз я говорил, что вайшнавы, они больше, чем брахманы. И каково значение этого слова «брахман»? Кто такой брахман? Тот, кто знает о парабрахме.
А Вайшнав, тот, у кого есть прямое осознание Парабрамы и о служении этому Парабраме. И вот такой человек зовется Вайшнавом, и поэтому в Бхагавате мы можем найти эту шлоку. И вот слово «бариштам» значит «лучше», «шрештха», «лучше, чем брахманы». И вот другая шлока, я в прошлый день говорил, какова эта шлока. И вот шлока в том, Огни, Сурьо, Брахмане, Вьо, Тейян, Вайшнаву, Сада. Follow. Огни, fire, вот, огни, light, огонь, light, он, мы должны быть осторожны с огнем, не свать руки в огонь, иначе он обожгет нас. Солнце, особенно месяц Вайшак, особенно в Раджастане или еще где-то. Если мы не защищенные выходим на солнце, это солнце нас обожжет. Мы получим ожоги или солнечные удары. И мы должны быть очень осторожны, поскольку солнце в такое время очень сильно ярко светит. И вот следующие брахманы, они тоже очень опасны и сильны. Мы не должны шутить ни с какими чистыми брахманами. Как узнать, кто чистый брахман? Я уже ответил. Тот, у кого есть ясное представление о брахма-татве. Тот, кто совершает всякую ересь, нося брахманский шнур, говорит, что он там чакрапати какой-нибудь, но не живет жизнью, даже отдаленно похожей на жизнь брахмана, то такие люди не брахманы, хотя, может, фамилию им носить могут брахманскую. Чтобы быть брахманом, нужно следовать всем правилам и предписаниям брахманской жизни. А в Бхагаватам говорится, что вместе с этими 12 качествами, если вы обнаружите, что какой-то брахман, то даже если у вайшнавов есть, у брахманов есть все брахманские качества, и они живут достойной жизнью, то вайшнавы, они лучше даже таких совершенных брахманов. И очень опасно обижать брахманов, поскольку они могут проклясть нас, или даже если не проклянут, но все равно последствия будут очень плохие. Можно вспомнить ядовов, они шутили, решили подшутить над Риши Муни, но проблема в том, что то, что говорит Брахман, его слова сбываются. И из этой их шутки вся династия Яду, она была уничтожена. И вот в Гару Пуране можно найти в Сандарвах. Джива Госвами Пад говорит, Брахманам сахасребхьо шатра яди вишишвате. Шатра яди сахасребхьо, what that? Сарва ведант, сарва веданта парагаха. Сарва веданта вид котья, вишну бхакто вишишвате. Вайшнаванам сахасребхьо, ой экантина вишишвате. This slope. И вот мы должны понять эту шлоку, и тогда все проблемы не решатся, и тогда мы не сможем поддерживать наш сахаджийский уровень, поскольку многие, мы так или иначе, они поддерживают этот уровень сахаджи. И, а если мы поймем это, то тогда мы сможем снизойти, слезть этого, с этой сахаджи и достичь чего-то вечного. Сатра-яди значит
На санскрите это слово значит «ягья», и в Кали-югу эти огненные жертвоприношения, они, мы, конечно, можем пытаться делать, но они не одобрены полностью, поскольку все осквернено. Материалы, которые используются в ягье, человек, который произносит мантры, и все остальное, оно осквернено из-за влияния этого века Кали. И даже те материалы, которые в этой яге используются, они все осквернены. И поэтому Махапрабху говорит, что санкиртана яги – это единственное действенное средство в Кали-югу. И мы должны принять помощь от этой санкиртана яги. Но это не значит, что в садья-йоге или двапара-йоге мы не можем принять помощь от санкиртаны, нет. Это не значит, что в сатья-йогу мы не должны совершать санкиртану, нет. Во всех югах это самый эффективный метод, но для обычных людей, тех, кто не имеет четкого представления, для них это открыто говорится, что да, вы можете совершать. И вот это одобрено в Кали-югу, поскольку не возникает никаких вопросов, каких-то проблем, но все же проблемы возникают иногда. Санкиртана чем уникальна, что ее можно совершать, несмотря на время, место и обстоятельства, но шикшастаки. Махапрабху говорит, и вот и вот для санкиртаны ни время, ни место, ни обстоятельства не значимы. Только если мы искренни и нет у нас никакого лицемерия, то в этом случае мы можем обрести милость Гурварги и совершать санкиртану. Только если какое-то лицемерие в нас, то в этом проблема, которая не сможет дать нам стать успешными. Вот та шлока, с которой Махарадж начал. Те, кто совершают ягью должным, достойным образом. И такие люди, которые могут совершать ягью достойным образом, они лучше, чем брахманы. Брахманизм присутствует в них, но то есть те люди, которые могут совершать ягью, они более высокое положение занимают, чем брахманы. Поскольку если они совершают ягью, то они обязаны поддерживать какую-то чистоту. Шудра, не имеющая брахманских качеств, не может совершать ягью. Его тело нечисто, ум нечист и все остальное. И как же он может совершать ягью? Но шатра... Но что я сказал после этого? Вот, So, sarva vedanta vid kachya. So, vedanta vid kachya. Crores of vedanta vid. After that, those who are going to become Vaishnava. И вот есть много людей, которые изучают веданту, но Вайшнавы не превыше их среди тысяч так называемых Вайшнавов. Чистые вайшнавы, они очень и очень редки. Настолько редки, что я не могу сказать, мне стыдно
сказать, насколько они редки, как же сказать об этом. И чтобы дать вам прямое представление о том, как можно получить доступ к Расататве, я вынужден говорить так. И вот когда, если чистые ващнавы, они настолько редки, и среди чистых ващнавов есть тоже категории. Первые, вторые, третьи. И, как Парамахамсы, они имеют тоже три категории. Что говорить о Расататве, те, у кого есть осознание расы, и что говорить о других расах. Другие расы, значит, Шанта, Дасья, Сакья, Ватсалья, Мадхурья. Что говорить о Мадхурье? И поэтому Махапрабху был очень счастлив. Когда этот браман Рагхупати Упадхьяй в Аллахабаде, он хотел сказать так. Махапрабху спросил, какова раса наивысшая, наилучшая. И этот Рагхупати Упадхьяй сказал, Адья эва пара расаха. Адья, значит, главная раса, изначальная. Адья-рас is final, topmost ras. What do you mean by Адья? Что значит Адья? Если я спрошу вас, что это значит Адья-раса? Мы должны ответить. Yanma dasu yatu enmayalikara sharta savika sarato nisloki can find. И вот можно в этой шлоке найти ответ. You can also find this point. And adya mean? И адья значит? Yanma dasya. Yanma dasya. Yanmo adi asso kasso. Yanmo adi asso kasso. Bhagavad. Если разделить это слово, то можно увидеть, что оно указывает на Верховного Господа. Если не так смотреть, а с помощью какой-то техники, грамматики по-другому, то что тогда? If I speak this way, janma adyasya yataha. If I speak this way, you can break my siddhanta. First siddhanta I speak, janma asu yato janmo adi asu. Janmo sthiti bhanga. Bhanga means destruction. Creation, maintenance and destruction. И вот в этой шлоке говорится, что сотворение, поддержание и разрушение. За это все отвечает Верховный Господь Шива, он не Верховный Господь, и Кали тоже, и Индра тоже, и даже Брама, никто из них не является Верховным Господом, а признаки, как Веданта Сутры, и какие-то сутры есть, которые указывают на Господа. Если вы очень разумны, то не всегда можете понять. Вы должны следовать Гуру Парампаре. И тогда вы поймете, что да, значение этого таково. Веданта Сутра, Джанма Дасия. И вот эти слова, что они значат? Но мы должны следовать Гауди Веданта Ачарьи, наши Гурваги, Сваруп Гасай, он лучший из Веданта Ачарьи и Бладов Видьябушан также. Мы должны следовать им. Если вы будете следовать каким-то глупцам, то тогда вы помрете вместе с ними. И вот в шастре говорятся такие слова. И вот если я говорю так,
Джанма Адасья Йотахо. И вот в Веданта Сутре также я могу показать вам некоторые сутры. И что вот значит эти слова? Джанма Адасья. И там вот в этих шлоках описывается Адираса. Джанма Адирасасья. Йотахо. То есть откуда это было получено и кто это распространял, Махапрабху распространял. Но многие люди не понимают этого. Они заняты какими-то материальными вещами. И вот как Шанкар Бхагаван, он явился по указанию Верховного Господа, и он обманывал таких демонов, чтобы они перешли на сторону Майявады. Мы все в той или иной степени Майявады, мы не можем прикоснуться к Шалагаму, Туласи или Ганге и сказать, что мы на 100% полностью без остатка верим Гуру и Вайшнавам. А каково доказательство того, что вы верите в Гуру и Вайшнавов, то тогда, когда я вижу, что вы готовы отдать свою жизнь за Гуру и Вайшнавов, и тогда я поверю, иначе вы не сможете обмануть меня. Если я вижу, что вы готовы принести в жертву всю свою жизнь ради Гуру и Гауранги, я тогда пойму, что вы действительно искренны. А если кто-то, если кто-то имеет тысячи слушателей своих лекций, то это еще не значит, что эти лекции об абсолютной истине. Иногда бывает, что кто-то говорит только перед двумя людьми, как вот Тай Рамананда, например. Он говорил Харикатху и слушал только Махапрабху. И вот Бхагават, настоящий Бхагават, те, кто говорят Харикатху Бхагаватам. И если мы сами не стали Махабхагаваты, то мы не можем прикоснуться к Бхагаватам. Для начала мы должны стать Махабхагаватой, и тогда мы поймем скрытый смысл. Или кто-то стремится к какой-то популярности. Стремится к удовлетворению людей и к радости Верховного Господа. Это совершенно разные вещи. Шрила Прабхупада говорит, что первая кама, а вторая бхакти. Без Шрила Прабхупады и бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такура мы были бы слепы. И вот без Шрила Прабхупады и бхакти Такура мы обречены на смерть, и прикасаясь к Бхагаватам, я говорю так. Осознание не сможет явиться в вашей жизни до тех пор, пока вы не примете помощь от чистых гуру и вайшнавов. И вот смотрите. Рай Махашой говорит перед Махапрабху. Рай Махашой и Сваруп Дамодар говорят перед Махапрабху в каком-то в бажан кутире Гамхиры, и там они обмениваются своими чувствами расы. Раса — это не что-то материальное. Те, кто хотят обрести расу, но некоторые люди стремятся к каким-то расам, но они не знают о чистой расе. И поэтому смотрите, Адья Эва Пара Расаха и Веданта Сутре также говорится. Janmo adi rasasya yataha. Yataha man from whom this prime ras came has distributed the whole world. И вот я откуда пришла эта изначальная раса.
Но когда Верховный Господь был в образе Кришны, Он не смог раздать эту расу всем, но когда Он пришел в форме Гауранги, то уже распространение этой милости было лучше. И вот, сейчас суть в том, что Раса-татва, она настолько сокровенна, что я не могу использовать, что возможно использовать ее не по назначению. С помощью Раса-татвы можно обрести столько славы, что даже во сне мы не можем представить. Но я могу использовать эту Раса-татву очень дешево. И как, например, если вообще ученик Гаудия Матха, вы должны изучать Бхактивинодтвани Вайбхав Пракрита Расасатадушани. И только тогда вы должны принять решение, что делать и что не делать. Поскольку кто-то беспокоится, что то, что он делает, это может запрещено быть или еще что-то. И кто сказал эти слова? Питамаха Бишма. Not going to understand what to do, what not to do, giving simply order like material commander. Who is going to obey? He is not going to tell you what I am going to speak. Is it there in Shastra? It's not there. He's speaking simply. Where is he written? All Ved, Puran, all. И вот так говорится, что все Веды, Пураны. Because. We can also select some sloka from Upanishad, Vedanta, Mahabharata. И вот кто-то может выбрать какую-то шлоку из Вед, Упанишад и использовать ее не по назначению. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что демоны, они тоже могут цитировать Писание. Ну, какое благо мы получим от этого? Хираньякашипу также говорил перед женой своего брата Хираньякша и перед матерью. Он говорил цитаты шастры, не имея никакого прямого осознания, как, например, мы, может, видели какого-то клоуна в цирке, много людей слушают этого шутника, этого клоуна и смеются. Это просто глупые люди. И я не хочу видеть их лиц. И вот суть в том, что Питамаха Бишма говорит, те, кто обманывает нас, мы должны оставить их, их общение с ними. И вот Веды, Пураны и прочее. И вот если мы не сможем осознать, получить должное заключение, поскольку мы находимся, например, не в настоящей наставнической преемственности, это мы обречены на смерть, это ваш выбор. Вы можете взять преимущество у наставнической преемственности Шрилы Прабхупады или не взять, никто не давит, не заставляет вас. И таким образом мы находим, что те, кто следует Бхакти Сиддханте Сарасвати Госвами Такуру, они Сиддханту понимают так, что говорит Шрила Прабхупада. Если Шрила Прабхупада открыто говорит, мы должны слушать и не пытаться критиковать Гаудия Матху. Это Шрила Прабхупада говорит с запахом Гаудия Матха, просто запахом Гаудия Матха не может быть никакого неблагоприятного. Сегодня или завтра мы сможем встать на этот путь Шрута Панти. Просто с помощью из-за запаха Гаудия Матха не может быть никакой опасности.
Шрила Прабхупад открыто говорит об этом. И сегодня я хочу напомнить вам одну об одной шутке, которую говорил Шрила Прабхупад. Говорил с тяжелым сердцем, он вынужден был сказать. И вот Шрила Прабхупад говорит, что в царстве был один царь, как в Гошале. Гошала, у него была Горашала. Это есть Хатишала. То есть это такой слоновник, например, или конюшня, как Шрила Кешава Госвами Махараджа, он очень прекрасный и преданный в своей жизни. Я никогда не забуду его, он настолько сильный, я его люблю. И вот однажды какое-то дело в суде возбудили против него, что он оскорбил кого-то. И Кешава Госвами Махарадж был вынужден пойти в этот суд, пришел к этому судье, его спросили, почему он так сказал. А что Кешава Госвами Махарадж сказал вот такие слова на бенгале? Если вы бенгале изучите в один день, вы поймете, бенгале очень такой сложный язык и красивый. Махарадж дал книгу Нимай перевести какому-то преданному, который философию изучал, но ничего не смог сделать. И вот Махарадж до сих пор не нашел никого, кто бы мог перевести его книги, пытается сам перевести, но времени мало у него, поскольку другие люди не могут понять или выразить на другом языке, не могут. И вот человека Шрила Госвами Махараджа пригласили в суд и спросили, почему вы так сказали, чтобы оскорбить Шаури Прапанашрам. И вот этот ашрам Бхактина Такура основал, потом кто-то его захватил, видимо, и Кеша Махарадж как-то это назвал своими именами. И вот Кеша Махарадж говорит, что есть различные шалы, хати шала, например, или там. Ну, шала значит типа конюшня, либо слоновня, либо коровник какой-то, либо ну, такое помещение, где содержится что-то происходит. Или кухня тоже шала какая-то. И вот Кешав Госвами Махарадж, он хотел сказать, что какой-то в основании этой вот этого этой шалы там какой-то яд. И вот если раньше Шрила Кешава Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Кумуд Шанта Госвами Махарадж, они не стеснялись говорить правду и говорить то, что есть на самом деле. А сейчас, к сожалению, такого нету. Все молчат и только льстят, но толку от этого никакого нет. И вот сейчас Кешав Госвами Махарадж объясняет так, чтобы показать, какова Сиддханта и прочее. Возвышенный вайшнав не значит, что он может потерпеть искажение Сиддханты, или кто он может потерпеть, что оскорбляет Гаудия Матх, или его Гурудева, или еще что-то, но это такие люди совершенно не вайшнавы, если они не пытаются как-то воспрепятствовать этому. Если Шанкар Брахма, Шанкар Бхагаван говорит, что мы все хотим стать вайшнавами, Шанкар Бхагаватам говорит об этом, это не шутки, это очень высокое положение. Просто носить тилаки, канхималы мало. И вот Шанкар Бхагаван, он говорит, что мы в итоге хотим стать вайшнавами. Мы хотим достичь уровня настоящих вайшнавов. Это не так просто.
И вот Шрила Прабхупада говорит, как гошала есть горашала, там, где лошади содержатся, конечно. И однажды огонь там возник в этой горашале. И лошади, которые там содержались, были, они обожглись этим огнем от пожара. И так или иначе потушили этот огонь, но лошади были обожжены, и царь был очень беспокоен, поскольку там были лошади породы мултана. Очень такие элитные, дорогие, могущественные и разумные лошади. И вот царь беспокоился, что же делать, позвал всех аюрведических докторов и спросил, что же делать. Один аюрведический доктор сказал: «О, царь, единственное лекарство – нужно поймать обезьян и извлечь жир из их тел, и этот жир будет лекарством». Но царь сказал: «Ну, ловите обезьян». И одна старая обезьяна, она сказала, что сегодня мы видели, что был пожар в конюшне, и поэтому: «О, обезьяны, вы должны быть очень осторожны, мы должны выйти с этого места». Обезьяны сказали: «Нет, зачем? Нам и так тут хорошо». И старая обезьяна сказала, что вас поймают и на жир и убьют, чтобы извлечь жир из ваших тел. И обезьяны сказали, что сам уходи, мы тут остаемся. И вот эта старая обезьяна несколько раз еще вас просила оставить это место, но обезьяны не послушались, и эта старая обезьяна, она ушла. И Шрила Прабхупада говорит также, что вы спорите под именем Хари Бхаджана. Вы заняты положением, уважением, славой, каким-то богатством, но что делать? Я пришел, чтобы говорить о настоящем Хари Бхаджане, но кто-то хочет это как-то все упростить, и что я могу сделать? Шрила Прабхупада говорит на Бенгале, что я подобен. Вот эта старая обезьяна предупреждала этих других обезьян уйти с этого места, но никто не был готов выслушать их и совет этой старой обезьяны, и эта обезьяна ушла. И также я оставлю этот мир. Что я могу сделать, находясь здесь? Просто что-то есть и пить — это не моя цель. Если кто-то хочет умереть, то пусть умирает. И этот огонь Пратиштхи очень опасен. Я могу привести пример из Бхагаватам. Кришна говорит: «О, Удав, однажды одна птичка была очень напугана. Она увидела кусок плоти, прилетела, схватила его, хотела съесть. Улетела в какое-то огромное место и обнаружила, что другие большие птицы, они за ней летят. И она подумала, что вот ничего плохого не сделала, за что меня тут напасть на меня хотят. И вот внезапно эта маленькая птичка улетала, чтобы спасти свою жизнь. Этот кусок плоти, он упал из клюва этой птицы. И вот она заметила, что все другие птицы, они устремились за этим куском мяса, и все птицы полетели за ним. И также эта птица обнаружила, что не я причина их преследования, вот это то, что у меня в клюве было. И вот. И также Гурдев говорит, что не хотели спасти.
дать нам кому-то прекрасный совет, но эти люди думали о нем как о своих врагах. Вот Махарадж тоже кто-то письмо написал, что будь готов к смерти за то, что ты говоришь так. И вот Тулсидас, он тоже говорит. Вот это на хинди. Махарадж не будет переводить. И вот суть в том, что Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он говорит, что я подобен такой старой обезьяне, которая хочет предупредить всех, что нужно уходить, но они не слушают меня. И так они обречены на смерть. И вот Шрила Прабхупада приводит такой пример, чтобы показать наше плачевное состояние. Мы не готовы слушать настоящую харикатху. Мы не готовы слушать настоящую харикатху. В тот день явления Шрилы Прабхупады, вот эти, то есть Махараджа не дали сказать даже то время, которое выделили на несколько минут раньше, остановили, но что я могу сделать? Что если они не хотят слушать настоящие харикатхи, поскольку так много анартховых в сердцах, как они могут это принять и осознать? Не каждый может осознать харикатху. И поэтому Шрила Прабхупада говорит таким образом, что суть в том, что о той шлоке, о которой я хотел сказать, что когда мы находим, что чистые вайшнавы не очень редки, и что говорить о расататве и наивысшем ачарье расататвы, рупе и дживигасваме, и о санатане, что мы можем сказать о них, о Рагунатхе Дасе Госвами, что мы можем сказать. Расататва — это не нечто дешевое. И вот сейчас я хочу вернуться к старой теме, потом вернусь к этой. И вот я вернусь к тому, к той теме о Варнашрама Дхарме. Я хочу пояснить это о состоянии обусловленных душ. И вот обусловленные души, которые полностью обусловлены, они заняты обретением славы, почета, уважения. И вот обусловленные дживы есть пограничные и освобожденные. Шрила Прабхупада говорит, что все эти три состояния, они из, по милости Верховного Господа происходят. Если кто-то говорит, что не может быть такого, что обусловленные дживы, они по воле Верховного Господа происходят. Если кто-то в это не верит, то это глупо. Адвагьян-татва, что значит, что все исходит из этой адвагьян-татвы. Но мы должны привести все в гармонию, чтобы понять. И вот Прабхупада говорит, что обусловленное состояние погранично и освобожденно. Все эти состояния джив, они исходят из Верховного Господа. Если мы будем игнорировать, что это обусловленное состояние не исходит от Верховного Господа, то мы станем майявади. Майявади не верит в существование чистого Гуру Вайшнава, в вечное существование Верховного Господа. А вот в этом киртане говорится, что Нитаяр Чарна Сатья, что как Нитянанда вечен, так и его настоящие слуги, они тоже вечны. И вот Гуру Вайшнава,
И вот Гуру Вайшнава, если они увидят, что мы хотим следовать ложному пути, то они даруют нам свою ложную милость. И вот Махарадж пример может привести, что о спутнике Гауранге, Гуру Парсаде из Шилета. Он был Гурудевом Гададхар Пандита Пундарик Виденитхи. Под именем слуша имя Пундарика Виденитхи Махапрабху плакал даже, когда его не было. И вот он взывал к имени Пундарика и плакал: «О, Пундарик, мой отец». И когда имя Кришна, одна шлока была произнесена Мукунды, чтобы увидеть состояние какого-то. А вот это, они пришли с Гададхар Пандитом, и Гададхар Пандит засомневался, что кто он такой. Так как богата одевается, и он великий преданный, разве? И вот Мукунда произнес эту шлоку. И вот, услышав эту шлоку, Пандарик Виденитхи, он начал развивать одежду на себе. Его все, он упал на землю и рвал на себе одежду так. И если у нас будет настоящее отречение в нашей жизни, первое, это отрешенность такая, она поможет нам возвыситься до нейтрального уровня. И мы увидим, что это вот объект нашей Кришна-севы, а это объект нашего наслаждения. И это есть Юкта-вайраги, не все могут понять Юкта-вайраги. Отречение, оно зрелым должно быть. Когда моя вайрагья видья бхакти, я оставлю все ради Шри Чайтаньи Махапрабху. Я принесу жертву всю свою жизнь ради Гауранги. И кто-то может выступать против нас, но что нам от этого? Это один из признаков чистого преданного. И вот суть в том, что Варнашрама Дхарма, я могу вернуться, чтобы доказать, что Варнашрама Дхарма, она главная. А мы должны приоритет ей отдавать, но все же мы не можем ее игнорировать. Конечно, мы в итоге должны будем избавиться от этой Варнашрама Дхармы и превзойти ее. Но все же, пока мы ее не превзошли и не достигли вот этого уровня, и такое отождествление, и вот это то, что говорится в этой шлоке, мы поймем потом, не сейчас. И когда мы почувствуем вот то, что описывается в этой шлоке Шикшаштаке, если мы достигнем этого уровня, то тогда мы поймем, что мы не брахман, не кшатри, не вайшья, не кто-то еще, а мы только хотим служить Кришне с Гопи Бхавой. Это наше наивысшее достижение. И таким образом, в нашем дхарме, я хочу прояснить эту тему. Это очень обширная тема. Сегодня, может, не сможем ее закончить, но есть два вида вайшнавов. Одни изначально. Вайшнавы, они едины, но я просто говорю, чтобы это прояснить. Как, например, Шабари.
Дело, чтобы прояснить, вот это все я вынужден говорить так. Вайшнав, он один, он не все сачута гутра, но чтобы прояснить это, как вот вопрос был, Махараджу кто-то прислал, в этом письме говорилось, что две категории вайшнавов есть, которые произошли из варнашрама дхармы и те, которые произошли из, которые родились вне варнашрама. И Бхактивинода Тхакур говорит, что проблем нет никакой, поскольку Харибаджан, бхакти – это естественная функция нашей души, а не нашего тела. Но признаки нашего тела, они могут проявляться через наши органы чувств. Бхакти – это естественное состояние нашей души, но все же мы видим какие-то… So we can find some symptoms of bhakti through sense organs. И вот через органы чувств можно найти какие-то признаки бхакти, но опять же бхакти это естественная функция нашей души, как я говорил, что слон он может тоже совершать баджан, как был Гопалдас, слон такой. И в Кришна-баджане нельзя сказать, что кто-то из Америки, например, происходит и не может баджан совершать. Нет. Единственное, что не должно быть никакого лицемерия, если у такого человека нет лицемерия, и он обрел милость садгуру, совершает сатсангу. Именно настоящую сатсангу, а не о сатсангу под именем сатсанги. Если кто-то совершает сатсангу под именем, а точнее совершает асатсангу под именем сатсанги, то я не могу ничего сказать по таким. Этот человек должен быть достаточно разумен, чтобы понять, что такое сатсанга, что такое асатсанга. Вот моя цель в том, чтобы показать всю Шуда-сиддханту, данную Шрилу Прабхупаду и Бхактивинода Тхакура. И таким образом те, кто пришли с варнашрама дхармы или родились вне этой варнашрамы, они все могут прийти и начать харибаджан. В этом нет никакой проблемы. Но те, кто хотят стать вайшнавами, они хотят получить эту священную шнову. И вот если кто-то после брахманского посвящения получает этот священный брахманский шнов, но Шрила Прабхупада говорит, что мы получили этот священный брахманский шнур, но Шрила Прабхупада напоминает, что этот шнур дан нам не для того, чтобы мы беспокоили всю систему, а этот брахманское посвящение дано нам для того, чтобы практиковать харибаджан. Это не значит, что получив второе брахманское посвящение, мы стали брахманом. То есть, и смотрите, если вы получили такое второе посвящение, это не значит, что вы также стали сразу вайшнавом. Вам дан этот брахманское посвящение, чтобы вы, по крайней мере, достигли брахманизма, стали брахманом, и потом уже вы можете стать вайшнавом. А иногда случается, что люди, получившие так второе посвящение, они пытаются забрать работу брахманов, хотя в Гите говорится. И Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что это не нужно этого делать. Вам дан этот параматмик брахманатья. Она дана для того, чтобы совершать баджана, не для того, чтобы как-то беспокоить, разрушать эту систему варнашрама. У нас нет права спорить с другими брахманами, может они в варнашрама дхарме, может. Full
Много беспокойств. Раньше говорилось, что Раньше считалось, что если семь поколений были чистыми брахманами, то их потомство тоже не можно считать чистым брахманом. А сейчас хотя бы три считаются, если они могут поддерживать такой брахманизм, то уже чистые брахманы. Но Шрила Прабхупада не дал нам возможность получения этого брахманского посвящения, чтобы беспокоить эту брахманскую систему. Но и вот для брахмачари очень важно поддерживать чистоту его постели. И как можно стать кем-то еще, если это мы не можем делать. И вот эти. И вот две этих категории людей, которые родились как в варнашрама дхарме, так и вне варнашрама дхарме, они тоже могут совершать харибаджан. Кто-то из них может принять саньясу, кто-то брахмачари, какую-то шафрановую одежду и отреченный уклад жизни, то есть принять четвертый уклад жизни, который наивысший саньяса ашрам. И иногда случается, что такие люди, приняв саньясу, но не следуют обетам саньясы и занимаются всякой ерундой, но в этом случае тогда он — это падшая душа. Саньяса — это значит обет. Если вы нарушаете свои обеты, как можно говорить о вас, что вы саньяси или ачарьи или еще кто-то? Как можно такое говорить о вас, если вы не следуете своим обетам? Есть для людей в отреченном укладе жизни никоим образом нельзя общаться с женщинами, даже смотреть на изображение женщины, и то нельзя. Не то, что говорить с ними и все остальное, как Аджамил, например. Он увидел эту совокупляющуюся парочку в лесу и это было причиной его падения, но перед чистой Гуру Вайшнавы можно проверить их. Они могут даже видеть это, но никакой реакции в их сердце не возникает. И тогда можно понять, на каком высоком уровне находится Гуру Вайшнава, иначе как они могут говорить так. И вот таким образом, когда кто-то принимает саньясу и не следует обетам саньясы, то это падшие души. Может, они, неважно, они были, родились в системе варнашрамы или не родились. Что такое дара варнашрама, ашрама? Есть категории Бхагаватам. Описывается кто-то из Кашьяб Готры, кто-то из Сандили Готры, кто-то из Бхаратрадж Готры. Готры — это в Индии только, это преемственность того или иного муни. Но тех, кто для тех, кто ничему не следует, для них уже эта система варнашрамы разрушилась. Но об этой варнашраме никто не говорит, поскольку боятся каких-то последствий. И вот Кришна говорит, что вот опасно очень смешение рас, смешение этих
каст и прочего. Даже... И вот, вот в Бхагавад-гите вот говорится, что опасно смешение всякое, это причина разрушения как вашего дхармы, так и всей системы. Если мы следуем, не следуем этому, то это причина разрушения, смешения рас, каст и прочего. И те, кто происходит из варнашрама-дхармы, и тоже так случается, что эти люди они падают, когда... Но Шрила Бхакти, он такого говорит, что для такого падшего саньяси он может вернуться домой, жениться и жить жизнью домохозяина. Это как бы... можно... Кришна, он Вантаси называет такого человека, что там пример приводится, что если человек что-то выблевал и потом опять ест эту блевотину, то Кришна сравнивает таких людей, которые оставили, приняли саньясу, потом опять женились вот, с тем, кто ест свою блевотину. И Кришна никогда не прощает тех, кто принимает пост ачарьи или еще кого-то и обманывает людей. Обычные люди, они, Кришна может их простить в тот или иной день. Но те, кто... Но и вот Джаганнадас Бабаджи Махарадж говорит. Те материалисты, в тот или иной день они могут обрести какое-то благо, но те, кто обманывают людей, они не смогут обрести благо ни в этой жизни, ни в последующих. И вот после того, принятия саньяса, если кто-то приносит какие-то проблемы в обществе, то для них нет никакого упрощения. И вот такие люди могут, которые оставив саньясу, они могут жениться. Что делать? Но смотрите, они не могут использовать свое предыдущее имя и готру, но никто об этом не говорит. Например, кто-то родился из семьи Чакравати или из какой-то Бхаратраджа готры, он принял саньясу, потом стал падшим саньяси, женился опять, но назвать себя Чакравати или еще как своей прежней фамилии он не может. Домой, конечно, он вернуться может, но он как падшая душа считается и называться своим прежним именем права не имеет. Он теперь находится вне варнашрама. Но об этом никто не говорит. И называться вот своим прежним именем тоже права не имеет, но никто не может сказать это даже. И таким образом, под именем Варнашрама Дхармы, Дева Варнашрама, если вы не понимаете, это что такое Дева Варнашрама? То есть некоторые люди не понимают, и одни проблемы возникают. А что говорить о бхакти, если даже Варнашрама не могут поддерживать? И вот таким образом мы должны понять, что когда это варнашрама дхарма, она очень сложна. И постепенно мы следуем варнашраме. И после этого ашрама дхарма, брахмачарья, грихастха, потом ванапрастха, потом саньяса. Но иногда можно видеть, что кто-то пропускает грихастхашрам, сразу принимает саньясу, например. Кто-то учится в гуру, в доме гуру, в гурукуле,
Иногда случается, что там обманывают. Ну, Махарадж имеет в виду, что, например, мусульман, когда учат, то прививают ненависть к хинду. И это так, то есть такая организация, нельзя гурукулу ее назвать. Я говорю о Кришне, когда Кришна был в гурукуле. И таким образом значение гурукулы мы должны понять. Если мы не поймем, то это могут проблемы какие-то возникнуть. И таким образом те, кто могут перепрыгнуть через грехастха и ванапрастха ашрам. То есть это позволяется, что кто-то может пропустить эти два уровня. Но опять же, это не обязательно делать. И вот те, кто следует этой полностью всей системе варнашрамы, они как потом принимают грихастха дарму, потом ванапрастху вместе с женой или без жены, потом саньяс могут принять, развив отречение в предыдущих ашрамах. We are not going to get any meaning from anybody. Whereas Chaitanya Mahaprabhu already is. Prabhu Pahe Sannas Bodha Goyilo Gahan Mukunda Sevai Hai Samshatta Prabhu Pahe Mukunda Sevan Goyilo Gahan Mukunda Sevai Hai Samshatta Etam Samastayo Paratmanishtha Purvatamir Mahasivi Aham Taishyami Duranta Param Tamaha Mukunda Andhri Nishivayo. И вот это шлока из Шримад Бхагаватам, какого тот, кто посвящает полностью себя служению Кришне. Но Махапрабху дает такой пример, что если кто-то думает о будущем, будущей саньяси, то это просто грехастха в одеждах саньяси. И вот говорится, что Кришна Бхагаван говорит Удаве, приняв саньясу, те, кто нарушает обеты саньясы, то они типа пантаси, те, кто едят то, что они уже выблевали. Если кто-то принимает саньясу, он должен следовать всем строгим правилам и предписаниям. И вот Сочетание Махапрабху говорит, саньяс, значит, приняв саньяс, Махапрабху проясняет это. И вот служение Мукунде никакой обусловленности не останется. В нашей жизни мы станем свободны, подобно птице. Чистые вайшнавы, они никогда не обеспокоены ничем. Они подобны птицам, которые летают в небесах. И вот если у нас будет хоть какая-то связь с Гауди Матхом, с Шрила Прабхупадой, то мы можем достичь этого океана нектара. Иногда Махарадж говорит такую шлоку. Шанкиртанамритарасе рамате манусе
Premam Dubhi Harani Yadi Chitta Viti Chaitanya Chanda Charani Kurutam Raghavan Chaitanya Chanda Charani Kurutam Raghavan. There is a procedure. After taking sannyas, you are in the sun. Приняв саньясу, мы должны служить Мукунде, и Махапрабху говорит, и Кави Карнапур описывает умонастроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху говорит, что сейчас я не буду думать о моем будущем, я полностью поглощен качествами Кришны, это океаном красоты Кришны. Что говорить о будущем или о прошлом? Махапрабху говорит о Кави Карнапур, это описывает. Махапрабху говорит, после принятия саньяса, он говорит, что я не буду больше думать ни о каком будущем, я буквально прыгаю в океан красоты Кришны. И зачем же мне думать о том, что случится в будущем? Это зовется непривязанностью, отречением. Вы можете ли вы доказать, показать такую юкта-вайрагью? Если вы поймете в какой-то день, я тогда пойму, что вы по-настоящему из Гаудия Матха, иначе я не могу принять то, что вы из Гаудия Матха. И вот таким образом, если кто-то критикует, что Гаудия Миссия уже провалила свою проповедь, то, что это значит, каково настоящее значение этих слов, я хочу понять. Мы не хотим никого критиковать, но если мы услышим это, что это значит, миссия Гауди Матха, я уже сказал, у нас снисходит с трансцендентного мира. Гауди Матха, Гауди Миссия, Чайтанья Матха, это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Гаудия миссия, это миссия Шри Чайтанья. Шри Чайтанья миссия, это она начата Шрилой Бхактивинода Такуром и Шрилой Прабхупады. Вы знаете, что такое миссия Шри Чайтанья миссия? Миссия — это проект, в котором, благодаря которому мы можем изменить сердца обычных людей и даровать бхакти. И вот Махапрабху, когда родился, явился, эта миссия распространения прымы, она уже была, и через связь, настоящую связь с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинодой Такуром, мы можем присоединиться к этой миссии. Если кто-то говорит, что Гаудия миссия провалила свою миссию, то это значит, что мы оскорбляем Шри Чайтаньи Махапрабху и его посланников Шрилу Бхактивинода Такура и Шрилу Прабхупаду. Это буквально оскорбление, что Шрила Прабхупад и Бхактивинода Такура не смогли выполнить этой миссии. И если у нас есть какая-то связь с Шрилой Прабхупадой и Бхактивинодой Такуром, то тоже мы не смогли исполнить свою миссию. Как, например, если А равно Б, а Б равно В, то В равно А, соответственно. И таково значение. И если кто-то утверждает так, что это показывает то, что далеко не все поняли Шрилу Прабхупаду, поняли его учение, и поэтому Шрила Прабхупада сказал, что толку оставаться мне в этом мире, и с таким тяжелым сердцем и сожалением он оставил этот мир. И вот Шрила Бхактивинода Такура 150 лет назад, он написал, я могу показать его слова, что мы должны быть. И вот Махарадж говорит, что мы не должны
откладывать все на потом, должны поторопиться. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур еще 150 лет назад написал, что под именем Шри Чайтанья Бхаджана, Гауди Бхаджана, те, кто обманывает обычных людей, Шрила Прабхупада Бхактивинода Тхакур, они просят те, кто занимают какие-то лидирующие позиции, они должны быть очень осторожны, поскольку без этого наше будущее, оно темно. Шрила Прабхупада, конечно же, сказал и Бхактивинода, что учение Шрилы Бхактивинода Тхакура никогда не пропадет. И те, у кого есть связь с Чайтанья Мадхом, с Гауди Миссией, они обретут эту милость. Но опять же, это все в таком скрытом, и эта према, она в таком скрытом виде. Те, кто имеют прему, не будут это объявлять открыто. И вот они могут послать своих представителей в этот мир если Шри Чайтанья Махапрабху не мог бы послать своих представителей в этот мир, если кто-то говорит, что нету никаких чистых гуру вайшнава в этом мире, то это всего лишь доказывает, что такой человек глуп. И его слова якобы доказывают, что Верховный Господь слаб, и у него нет способности сохранить настоящего представителя в своей жизни, в этом мире, чтобы говорить о чистой преданности. Как кто-то может видеть Джаганатха, у которого нет ни рук, ни ног, и думает, что этот Джаганатха бесполезен, но Шрила Прабхупада поясняет, что Джаганат, чтобы обмануть нас, он принял такую форму, он вобрал в себя эти руки и ноги и спрашивает, зачем вы пришли ко мне, я вам ничего дать не могу, идите дальше. И таким образом мы должны быть очень осторожны, если мы совершаем какие-то оскорбления лотосным стопам Гурварги, и тогда мы должны быть очень осторожны. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если мы недостаточно внимательны, то наше будущее может стать очень темным. Шрила Бхактивинода Тхакур еще 160 лет назад написал в одной статье об этом. И вот сейчас то состояние обусловленных душ, это из Варнашам Дхармы. Я хочу сказать, что хотя Варнашам Дхарма, она важная, но в итоге, когда мы достигнем премы, мы превзойдем эту Варнашам Дхарму. И не будет нужды уже исследовать. Я много раз говорил об этой шлоке. И Кришна говорит Удаве. Что они за пределами всех правил и предписаний, но чисто гуру вайшнавов нельзя наложить никакие правила и предписания. Если мы это будем делать, то мы будем обречены на смерть. Иногда кто-то, какой-то сумасшедший, хочет наложить какие-то правила и предписания на чистых гуру вайшнавов, но это очень и очень опасно. Это приведет к смерти. Гуру вайшнавы, они очень могущественны. Если мы будем делать что-то против них, то это станет причиной нашей смерти. Гуру вайшнавы, они всегда думают о вечном благе для нас. Но часто говорится, что если мы оскорбим гуру и вайшнавов, то гуру и вайшнавы, они ничего не скажут вам. Но если вы будете оскорблять Гауди Мат или Гауди Гурваргу, они могут поймать вас за шею и спросить, почему вы говорите так. Поскольку вот в одном из киртанов говорится, что мы слуги Господов, что Господь — это наш Господь, а мы подобны собакам, которые охраняют его дом. И вот чистые гуру вайшнавы, они за пределами правил и предписания, мы не можем поместить их в
какую-то систему или еще куда-то, их система уже в их сердце, это сдается чистой преданностью, посвящением, любовью к Гуру Варге, и поэтому не должны помещать Гуру Вайшнава в какие-то рамки, в какие-то правила и предписания. Если мы это делаем, то это станет причиной нашей смерти. И вот на сегодня конец. Вот Дживататви Махарадж в дальнейшем будет говорить, чтобы показать великолепие и превосходство Расататвы. Даже во сне. Но мы должны иметь надежду молиться нашей Гуру Варге, чтобы Гуру Варга даровала нам это. И следующий день Махарадж начнет с этой темы. То о том, что хотел сказать Шрила Прабхупада о Расататве и о Рупануга Баджане. Any question if you have, any doubt, because Harikatha means to cut doubts. I'm trying my best. Это значит развенчание сомнений. Если у вас есть какие-то сомнения, я могу ответить, развеять их. So this way, I have to finish. Maharaj, it is not on this today, this topic, but last time you spoke that Krishna is not hearing our prayers. Krishna not hearing directly, not hearing. Вопрос Кришна, что все Кришна не слышит наши молитвы. Махарадж говорил, что Кришна, он не, это не так, то есть наши. Это не совсем так. Это не то, что Кришна виноват. Кришна, он находится в трансцендентной реальности, полной любви. И в читании Чайтамрити говорится, что Кришна всегда занят своими лилами, и у него нет времени слушать наши молитвы. И поэтому Кришна посылает в этот мир Тат Пракаши, Тат Шакти, Баладев из. Из Баладева вся наша Гурварга. И, то есть, хотя вот есть какие-то молитвы, которые Кришне посвящены непосредственно, но или вот Махарадж приводит пример, говорится, Каша Маранат Мукти, что если умереть в Каше, мы обретем освобождение, но Джива Госвами объясняет, что мы обретем постепенное мукти. Мы не сразу достигнем освобождения, а получим возможность достигнуть освобождения. И вот Вайшнавера Аведона Кришна Дуямы, Хинопамара против Хобина Садой. И вот по... Этому мы должны исследовать, если Гуру Вайшнав от нашего имени помолится Кришне, то тогда Кришна услышит нашу молитву. И Джива Госвами Пад также говорит, что Кришна, он Чит-Сурья, а мы находимся в Тамараджа-Гуне, как это возможно. Но как чистые Гуру Вайшнавы, они также, они тоже чинны. И как они могут понять наши молитвы? Махарадж уже ответил Джива Госвами, говорит, что подобно сну. Если кто-то нитя-ситха, это понятно, а если кто-то еще не нитя-ситха, то он помнит это состояние этой материальной жизни. И вот чистые Гуру Вайшнавы мы также не можем прямо получить связь с ним. Только по их милости они снисходят и проявляют свою милость. Свапракаш Кришна, он Свапракаш, и Гуру Вайшнавы тоже имеют это качество. Они самопроявленные. Кто-то может служить Гурудеву 20 или 30 лет, но не может понять Вани Свапракаша. И что я могу сказать про это, что мы должны следовать Гурудеву и Вайшнавам должным образом. Мы должны
Not that you will have to узнать суть. Oh, my guru Maharaj used to do this. А не просто имитировать их. Anukaran. Есть анукаран, и имитация, она запрещена. Imitation is totally prohibited. Imitation is totally prohibited. Мы должны следовать должным образом, а не просто имитировать. И если мы не следуем гуру Варгасшили Прабхупаде Бхактивинода Тхакура Кешава Госвами Махараджу, то так как я могу сказать, что вы находитесь в линии Гаудия-матхи, может вы отклонились куда-то? А Шрила Прабхупада уже сказал, что малейшее отклонение от пути вашего Гурудева в итоге сбросит вас с пути баджана, может вы наслаждаетесь славой, всемирной славой, но что толку? Если в дневнике Кришны нет вашего имени, Кришна говорит, что кто-то, весь мир может поклоняться какому-то человеку, но если его имени нет в моих записях, то что толку? И так часто очень происходит, что люди бегают туда-сюда, но не обретают умиротворение в своей жизни. Как развить шрадху? Вера очень просто. Услышав так много, и вот в этой шлоке говорится, шрадха значит твердая вера в наставлении Писаний, которое исходит из лотосных уст гуру и вайшнавов. Это называется шрадха. Мы должны иметь чистую саду сангу, если вы пришли ко мне и совершаете какую-то материальную сангу, то что я могу с этим сделать? Вначале всего мы должны и стремиться к сатсанге, но нельзя гарантировать. Вы не можете гарантировать, что будете 100% совершать сатсангу. И как я могу взять ответственность за вас в этом случае? Если вы пришли ко мне слушать харикатху, и если вы идете и получаете какое-то дурное общение, то что я могу сделать? Единственное, вы должны стремиться к сатсанге, избегать о сатсанге. Как если в Бхагаватам говорится, что если ваш муж, например, асад, то его можно оставить. И вот. И вот мы должны оставить склонность к наслаждению, стремление, и до тех пор, пока стремление к наслаждению есть у нас, то Кришна Баджан, он является чем-то несерьезным.